rendezett Vietkong sorvakasség Zerozona. Sorvakat Jus rendezett Ari Cigínyopár Európa Champion titul, Ун Эйразий Чемпион Битул. Представить организаторов турнира это оргкомитет. Олег Сидорчук. Спасибо, Олег. Президент Латвийской Федерации Тэквондо, старший тренер национальной сборной, имеющий пятый дан, Вячеслав Семенков. Председатель Латвийской ассоциации тайского бокса, старший тренер национальной сборной Ивар Сидорович. Ивар Сидорович известный спортсмен. Исполнительный директор Латвийской ассоциации кикбоксинга, заместитель главного судьи мастер спорта по самбо Георгий Степанов. И, конечно, нам очень помогли президент спортивного общества Даугав, вице-президент Латвийской ассоциации кикбоксинга Янис Вилкс. И главный специалист спортивного управления Рижской думы Валдис Таукманис. А сейчас я бы хотел предоставить слово нашим почетным гостям соревнований. Это госпожа Промпри, почетный президент. Thank you for this organization and association of the kickboxing in Latvia. Здравствуйте на нашем празднике. Поаплодируем как следует. Bonsoir, messieurs. Дамы и господа. Je remercie de l'hospitalité de la ville de Riga. Большое спасибо городу Риге за гостеприимство. Je pense que sont assistés ce soir à de très très beaux combats, la fiche que j'ai vue. Я уверен, что сегодня мы видим великолепные бои. Я не сомневаюсь в этом из того, что я уже видел. Alors, je vous remercie encore une fois, puis j'espère que ce soir nous allons avoir un très très beau spectacle. Большое спасибо еще раз, и мы все станем свидетелями сегодня грандиозного зрелища. Bonjour. This festival. Un es gribu pateikt saviem kursubiedriem lielu paldies, ja? Jo sportveids ir izauguši, speciālisti ir izauguši un vēlu visiem veiksmi arī turnīra dalībniekiem. Paldies! Paldies! Andrī Čistov! Уважаемые рижане и гости столицы, позвольте поздравить вас с сегодняшним грандиозным мероприятием, поскольку оно имеет не только, я считаю, спортивный большой имидж, во время которой пройдут два поединка с участием спортсменов прибалтийских государств. Это европейский титул в лоу-кике и евразийский титул в фулл-контакте. Ну и также социальное значение. Как вы знаете, наше мероприятие посвящено созданию в Латвии национального фонда «Лига профессионального спорта против наркомании и детской преступности». Эти два социальных зла набирают большой темп развития в наших государствах. И сегодняшнее мероприятие будет как раз служить тому, чтобы препятствовать их развитию в Латвии. Пользуясь случаем, я бы хотел также, чтобы к нашему начинанию присоединились и другие государства, и другие федерации прибалтийских государств. А всем зрителям, которые пришли на наше мероприятие, я бы хотел пожелать, чтобы они действительно увидели сегодня большой спортивный праздник и поболели за своих спортсменов. Благодарю вас. Андрей, я прошу вас по традиции, как мы делаем международные матчи, скомандуйте символичный удар гонга, что это будет означать, что турнир начался. Гонг. Аплодисменты! Итак, еще раз на борту. Латвия! Латвия!
Милый ребенок, это день подарков. Как у вас вообще дела идут? А, вот. Да, точнее. Два вот. Великолепно, да? Ну, а вообще вот фирма Леон, что это для тебя? Что это? А, то есть свою фирму. Ой, измен, пожалуйста. Ну, фирму Леон, я напомню, я думаю, что это господин Чеверс, как министр внутренних дел. В связи с этим и правительственной загруженностью он не смог приехать на ваш турнир, на который был приглашен в качестве почетного гостя. Поэтому господин министр попросил меня от его имени поздравить вас с началом этого турнира, который действительно проводится в Латвии впервые. Галина, руки держите, нет. Райта! Денис, секундочку, не уходи, дорогой, пожалуйста. Пока готовится реклама Субару. Анатолий Морозов. Первый в Латвии судья международной категории по кикбоксингу, имеющий сертификат для присвоения судейской категории по кикбоксингу в Прибалтике. Заместитель главного судьи Георгий Степанов, исполнительный директор Ассоциации кикбоксинга Латвии, мастер спорта, судья национальной категории. Главный секретарь Теодор Рери, Рига, председатель судейской коллегии Федерации бокса Латвии, один из сильнейших боксеров Латвии и России 40-х-50-х годов. Ну и, конечно, чтобы боксеры все-таки покидали ринг здоровыми и неповрежденными, об этом заботится главный врач соревнований Анатолий Мухартов, мастер спорта по гимнастике Рига. И ему помогает медицинская сестра Тамара Рери. А судить будет оперативный судьи. И первым, кого бы я хотел представить, это наш почетный гость Павел Орел, Украина, президент Национальной Федерации кикбоксинга Украины, судья международной категории. Спасибо, Павел, что вы с нами. Павел Орел, Украина. Спасибо. Еще раз аплодисменты, пожалуйста. Президент ВАКО ПРО Франции Ив Штефан, международная категория. Франция. Он сейчас занят беседе с переводчиком, дает новейшую информацию о состоянии кикбоксинга по Франции. Александр Шестак, Литва, вице-президент Федерации кикбоксинга Литвы, мастер спорта международной категории. Андрюс Сантацкас, Литва, главный секретарь Федерации кикбоксинга Литвы, судья международной категории. Андрей Данилов, Эстония, вице-президент кикбоксинга Эстонии, мастер спорта международной категории. Спасибо. Анатолий Закревский, мастер спорта по боксу, судья национальной категории, многократный чемпион Латвии. Анатолий Закревский. Геннадий Ванаев, Латвия, национальная категория, кандидат педагогических наук, многолетный психолог сборной СССР и Латвии. Геннадий Ванаев. Леонс Вилман, судья национальной категории Латвии, один из сильнейших боксеров Латвии 60-х годов, мастер спорта. И он сегодня с нами. Спасибо, Леон. Спасибо. Аплодисменты ему, ветерану бокса. 6 раундов. Thank you.
титул в звании, титул чемпиона Европы Алоис Тумич. Легенда Фейсбург, Ромызнич, Олег из Эрдона. Турнир профессиональный. Кстати, когда ребята выступали в нынешнем году на первом своем чемпионате Латвии, они оба завоевали зеленый пояс. Это нововведение, которое сейчас провела Ассоциация кикбоксинга Латвии. Пусть сколько получали. Вот, так сказать, прекрасный вот. Кто же этот день оценит эти формы? Фирмы Райда, ну конечно французы. И это Ив Степан, Франция, президент Всемирной ассоциации кикбоксинга профессионалов Франции. Ив Степан, ему вручается приз от фирмы Райда. И все равно Франции. Выпить чашечку, тоже себе посудит. Мы благодарим фирму Райт за такие интересные подарки. Ну а сейчас слово моему коллеге. Из Таиланда почетный приз также получил цветы. Тем не менее, я думаю, что мы и бойцу из Таиланда тоже подарим свои аплодисменты. Настоящий боевой боец, который выиграл прекрасный. Если его генеральный спонсор и еще, значит, у нас генеральный спонсор фирма Subaru. Скажи, пожалуйста, в Латвии сколько? Встречу судит рефери на ринге Павло Орел, Украина, судья международной категории, президент Украины. Андрей Чистов, Украина, вице-президент Всемирной ассоциации организации кикбоксинга ВАКО, президент. Не стой, не стой! 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 Не стой
здравствует Заразона, да здравствует кикбоксинг и да здравствуют боксеры, которые борются сейчас.